Нет, чё так дорого? Ах ты маленький засранец. Всем привет, ребята, вы на канале JuzaPlay, и сегодня мы с вами поиграем в Ninja Legends. Потому что вышло недельное обновление и добавили нам новую локацию, ребята. Вот смотрите, наша новенькая локация, я на нее уже забрался, но самое интересное здесь, то что добавили вновь лимитированные питомцы. Вернули нам за 10 миллионов, но самое интересное это вот этот, лимитированный за 25 миллионов чи. Здесь есть вот такие вот крутые питомцы, за 1% Dual Destiny Shadow Dragon. Еще есть локация с новеньким боссом у нас, но чтобы туда попасть, вам нужен ранг Ninja Legends. И тогда вы сможете отправиться побеждать босса, который дает X10 бонуса к чи. Ну а сегодня же мы отправимся и будем получать себе новые ранги. Новые ранги для прокачки. Но самое интересное я вам сейчас покажу. Но прежде чем я покажу, что я приобрел, вы обязательно, ребята, подписывайтесь на канал и ставьте лайки, потому что это будет очень мега крутая штука. Смотрите, я открываю питомцев и вот что у меня есть. Это просто легендарные Shadow Destiny драконы. Смотрите, какие у них статистики. Просто по 121 тысяча чи, 131 тысяча монет и 37 тысяч ниндзюцу. Сейчас мы их всех наденем и посмотрим, какой прирост они мне дадут. Это просто вообще уму непостижимо. Эти питомцы просто ломают все. Ну хотя я не знаю дальше, какая прокачка будет. Но вот смотрите, 787 тысяч монет и 731 тысяча чи. Это, ребята, просто читерские питомцы. Да, скажу честно, я не захотел их всех фармить, потому что это очень долго. И я приобрел у очень крутых чуваков этих питомцев. Ну а теперь, ребята, мы отправляемся на новую локацию. Будем прокачивать свою невероятную силу. Надо, кстати, узнать, поскольку мне сейчас вообще прирост идет. Ой-ой-ой-ой, фарм вообще дичайший, я смотрю, по 1... Сколько? По 46 или 400? 406 ниндзюцу! 406 куи мне дают. Куинтиллионов. Жесть, вот это фарм, ребята, вот это фарм пошел. Это вообще что-то невероятное, просто гигантская прокачка. Кстати, здесь сундук я уже забрал, да, можно пойти и апнуть еще питомцев. Питомцев-то я не апал. Нужно еще сходить апнуть питомцев. Ящик с питомцами, вот 300 тысяч опыта к питомцу дают за раз. Давайте апнем восьмой уровень мы им сразу получили. Насколько мне вообще исправили этот баг с питомцами? Ну, нет, не исправили. Вот уровень вообще ничего не дает. Совсем ничего не дает. Но там маленький капелюшечку прирост. Это вообще не дело. Поэтому мы отправляемся и будем дальше прокачиваться. Мы с вами совсем запороли серию от нуба до про без доната, потому что приходится здесь немножечко донатить, чтобы вам делать крутые видосики, показывать. Кстати, в магазине по-любому тоже что-то новенькое появилось. Ребер 350 актиллионов стоит, да? А оружие? Давайте оружие. Я хочу посмотреть новенькое оружие. Мне на него, наверное, тоже не хватает. Так, давайте обмен мы сейчас отключим, чтобы нам не мешали. Сколько стоит? О, 48 актиллионов. Ну, купить сейчас. Давайте посмотрим. 100 актиллионов. Давайте до следующего тогда докопим, потому что там они вообще жесткую прибавку дают. Прям жесточайшую. Смотрите, как быстро мы фармим вообще. Катастрофически, уже не вот несколько секунд я стою и уже 40 актиллионов. Да это вообще изи прокачка, нужно будет потом сходить и победить босса. Но я, наверное, когда прокачаюсь, пойду посмотрю, сколько мы получим чи за одного босса. Будем фармить босса вместе с вами. И вот за несколько секунд я уже получил 100 актиллионов, можно идти и покупать новое оружие. Кстати, добавили новое оружие, но до них мы доберемся чуточку попозже.
Вот они, кстати, 170 октиллионов. У них прирост, смотрите, 3,6, 2,4, 3,6 и сразу же 5 квантиллионов. Неплохой такой буст они дают. Но мне уже не хватает места, мне нужно купить новый пояс, чтобы увеличить объем, потому что я получаю гораздо больше, чем у меня вмещается. Пояса, нужно приобрести пояса. Сейчас мы все пояса купим. Что, 3 септиллиона, купить все? Воу, я сразу все смог купить, потому что последний стоит 2,4. 4 октиллиона. Ну как-то мало. Нужно больше. Но, по крайней мере, все равно не забивается у меня до конца. Но под конец будет тяжеловат. Нужно, наверное, купить бесконечный пояс, чтобы раз и навсегда забыть про эту проблему. Как вы думаете, ребята? Напишите об этом в комментариях. Ребята, это вообще какой-то нереальный прирост. Я уже 350 октиллионов сделал, могу купить себе новый реберт. О, давайте сделаем это и будем прокачиваться дальше. Покупаем, конечно, мы покупаем. Дальше какой-то хаос сенсей, вот это да. Еще смотрите, сколько здесь можно делать ребертов. Это просто жесть. Жалко то, что острова обнуляются и по новой сейчас придется прыгать с самого начала. Это, конечно, не круто вообще. Ну что ж, придется по новой прыгать. Прыгать до самого конца. Фух, отправляемся наверх. Ой, здесь ты наш любимый нубик. Что ты здесь делаешь? Я здесь стою и прокачиваюсь, пытаюсь набрать себе крутых питомцев. Видишь, какие у меня есть мечи крутые? Я этими мечами могу любого заколоть. Даже тебя. Ну давай удачи тебе, прокачивайся, если что, я тебе помогу. И тебе удачи, удачно сделать реберт и прокачаться, стать самым топовым качком. Я понял. Спасибо тебе. О, жесть, какой здесь страшный. Просто какой-то мистический убийца. Он, наверное, убивает всех ниндзя маленьких. Ну ладно, здесь безопасная зона, я не могу с ним сражаться. Нам нужно отправляться на самый верх, ребята. Самый верх и делать крутые реберты. Кстати, ребята, напишите в комментариях, как бы вы хотели, чтобы я выпускал каждую серию для нового реберта или в одном видео делал сразу несколько ребертов. Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Это очень важно знать для меня. Ну, еще, кстати, я вот сейчас поднимаюсь на островок второй уже. И что-то мне кажется, как будто их облегчили, как будто сейчас легче подниматься. Как будто они находятся чуточку поближе, чем обычно. Либо мне кажется, не знаю. О, здесь, наверное, тоже новый сюрикен добавили. А нет, не добавили. Но мне это не интересно, мне нужно бусты и подниматься вверх, 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 вверх. Мне еще столько островов подниматься, это жесть какая-то. На сегодня мы за видео, наверное, сделаем реберта 2. А остальные реберты будут в следующем видео. Конечно же, если мы наберем целую кучу лайков. А лайкосики нужны, нужны. Чем больше лайков, тем больше крутых и интересных видео. Вы же хотите больше видео посмотреть на моем канале, особенно настолько крутых, как вот это. Забрались на остров, забираем свой подарок, забираем свои коины и отправляемся наверх. Отправляемся все выше и выше, дальше космическая локация уже. Космолокация нас ожидает. Не, реально, ребята, посмотрите, я опять за пару секунд уже забрался на космическую локацию. И что-то это очень подозрительно, как будто все-таки облегчили. Очень сильно облегчили подъем. О, мне уже не хватает, мне не хватает деньжат, чтобы купить все скиллы. Вот это да, ну конечно, я с первой бамбуковой палочкой поднимаюсь. Сейчас мы приобретем все в этом магазине. Сейчас мы купим все, что можем купить. Все, у нас есть какой-то крутой меч. И он опять у меня все заполняет. За пару взмахов мы делаем себе уже 2 квадриллиона. Неплохо так, неплохо. Теперь-то уж точно хватит купить все скиллы. Да, все скиллы мне хватило купить. Теперь у меня 11 прыжков и отправляемся наверх. Ребята, выше, выше, в небеса. Поднимаемся мы. А вот до зимней локации уже трудновато было подниматься. Видимо, уже зимние локации здесь ничего не облегчали. Но нам здесь нужны только всего лишь бустеры, чтобы подняться еще выше. Теперь у меня 14 прыжков есть. 14 джампов. Облачка стоять, и я поднимаюсь наверх. Фух, песчаный остров, наконец-то, но это еще не все, ребята, но я уже заколебался здесь подниматься, это так долго. Покупаем здесь все свои бусты. Что, не хватает, что ли? Не хватает, ребята. Вот это да, вот это уже дорого пошло. Я понял вас, я понял. Нужно купить все оружие. Ну что, теперь-то мне хватает? Теперь-то мне хватает, чтобы все купить. Нет, что так дорого?
Я думал, смогу себе сейчас все купить, оказывается, не могу. Ну ладно, пояса куплю тогда. Купил себе пояса, чтобы побыстрее нафармить. Сейчас мы подфармим. Все равно все это очень быстро делается. Ах ты маленький засранец. Ну что ж, но ты попался, я тебя отомщу. Я так долго поднимался, значит, а ты такое пришел и уничтожил меня одним взмахом. Сейчас, погоди, я тебе отомщу. Вот так вот, все, улетаю отсюда в полет. А мне нужно фармиться, мне денежки нужны, как бы, знаешь, да? Бежим, покупаем себе крутые пушечки. Что мы там смогли себе купить, что-нибудь крутое? Ну что, поскольку у меня... ничего себе, мне уже прирост идет. Неплохо. Уже по септилиону фармим. Вот это я понимаю. Вот сразу бы вот так вот. А не все это. Хорошо, теперь-то мне хватит. Вот это другое дело. Теперь мы купили все скиллы и отправляемся дальше. Еще две локации, ребята. Еще жесточайшие две локации. Нужно пробраться. Этот тяжелый тернистый путь ниндзя. Его нужно обязательно пройти. О, здесь добавили островки безопасности. Раньше такого не было, по-моему. Раньше были только все островки. Ой, все облачка были. А сейчас хотя бы два островка есть, на которых можно посидеть. Нет, мне не хватило еще скорости, и меня выбило. О, облачко. Это какой шанс был приземлиться на облачко? Здесь же так тяжело вообще. Так тяжело поймать какое-то облачко среди всех. Но шанс мне позволил выжить. Блин, чуть-чуть не хватило допрыгнуть. Вы же видели, ребята? Нужно быть максимально аккуратным. И предпоследний остров покорен. Что, мне здесь тоже нужно, да, все бустеры купить? Но на все мне не хватит. Ну, как обычно. Ну, здесь, наверное, скорость, да, будет. Но на всякий случай. О, души заберем. Души нужны. Души нам еще пригодятся. Хорошо, еще секундочку пофармимся. О, ребята, мы уже добежали. Мы уже добрались до ниндзя форм. Теперь мы без оружия сражаемся, да, и фармим вот так себе ниндзюцу. И смотрите, какой быстрый фарм. По септилионам уже собираем. За секундочки септилиона получаем. Покупаем все? Нет, не все. Чуть-чуть не хватило, ребята, капелюшечку. Но я думаю, нам и без этого удастся подняться на самый верх. Фух, последний остров, последний островок. Давай. Поднимайся. Еще чуть-чуть. Оп, есть. Ну, тяжело, да, тяжело подниматься, тяжело. А здесь, ребята, уже сразу стоят островки безопасности. Видимо, разработчики решили то, что без островков вообще слишком сложно подниматься. И вот так вот капельку совсем нам облегчили жизнь вот такими островками. В принципе, кажется то, что вообще можно с острова на остров только прыгать и облачка вообще даже не задевать. Но вот сейчас мы попробуем. 5, остается 4, 3, 2, 1. О, получилось. Смотрите, ребят, с острова на остров запрыгнуть. Теперь вот на этот. Пробираемся, давай, у нас хватит сил забраться. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Да, хватает, с острова на остров можно прыгать. Как раз ровненько нам хватает, чтобы забраться. Окей, и вот наш последний остров, ребята. Самый прекрасный, самый замечательный. И здесь мы продолжим с вами качаться до тех пор, пока не апнем новый реберт. А потом еще один, а потом еще один, и вот так до конца. Каждую неделю выходят крутые обновления в этом симуляторе. Сколько нужно-то до следующего реберта? 5N? Что это такое 5N? 5 нанолеонов? Это сколько вообще 5 нанолеонов? Это много или мало? Ну что ж, ребята, я накопил себе вот на такой меч. Там еще дальше много и много предстоит мне копить, чтобы сделать следующий реберт, который стоит нанолеоны какие-то. Я не знаю, сколько мне придется фармить, но я думаю, до следующего видео я точно уже нафармлюсь. Поэтому не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, новое видео выйдет совсем скоро. Не болейте, не скучайте, пока-пока. А я пойду дальше фармиться, ребята.